11 мая 2021 года. С утра активно поработала, а потом пошла смотреть цветущую сакуру. На территории института ДИИТ, институт инженеров железнодорожного транспорта. Вот так вот, если более подробно. Шикарная там такая парковая зона. И зацвела сакура. Просто бесподобно. Конечно же, я наснимала. Конечно же, я себя любимую нафотографировала очень красиво. Как-то вот такие прям огромные гроздья розовые. Ну и все, а потом села на первый трамвай, доехала до Пастера и зашла в магазинчик, где все там продается такое, как для хозяйства. В общем, купила себе вот такой держатель для телефона. У меня вот такой вот сломался. Вот. Получается, вот такая вот штучка, вот это вот с одной стороны отломалась. Все. А оно тут на вот таком кругленьком, вот таком, как на шарике. Не знаю, ну я вроде в магазине посмотрела. Вот такая вот штучка для телефона. Вот она отодвигается. Вот это вот. Но я сейчас посмотрю, как оно. Крепеж вроде как кругленький, такой, как мне надо. У меня на лампу, на стойке лампа круглая. И к ней крепится вот эта вот штучка. Если, допустим, вот я что-то там себя снимаю, или над столом, или вот что-то, какую-то еду, то, конечно, телефон именно в таком надо, и чтобы он крутился туда-сюда. Ну, вот такая штучка, 69 гривен. Вот
такая штучка 69. Ну, по-моему, наподобие. По-моему, наподобие, как вот это вот у меня. По-моему, такая же, да? Так, и краска для волос. На них сегодня что-то акция такая была, вообще что-то смешная цена, 23 гривны. Поэтому я и купила. Все, сейчас окрошки поем, которую вчера сделала. И буду что-нибудь в интернете, надо там быстренько кое-что помонтировать и выкладывать видео. А завтра на целый день ухожу на работу, на целый-целый день и приду уставшая-приуставшая. Вот Татьяна попросила у нее дома убрать. Я, когда в марте месяце ей помогала, она сказала, пожалуйста, приди, я сама не справляюсь. Ну, чушь не прийти, особенно если человек хорошо еще скажет спасибо за это. Так что пошла отдыхать. Шкура ходячая. Ты, медвежатина ходячая. Да? Я? Ух ты, котовский такой. Вот ты мой. Вот как их не любить? Я не знаю, как люди живут без котов. Наверное, скучно и грустно без котов. Вот как его не любить? Как? Как его можно не любить? Как можно не хотеть котика в доме? Мне это непонятно. Без котика дом пустой. Или хотя бы собачку. Где Барсик? Ты мой еще он что такое? Зеленоглазый, видишь какой? Тебя на картинке надо. Да? На календарике тебе надо фотографировать и за деньги, за доллары продавать. За доллары миллионы продавать тебе. Фотографии с тебя. Такой лохмадеюсь. О!